Нравственность и мораль – это то, что ты не хочешь нанести ни ущерб. Ты можешь этого хотеть для того, чтобы защитить, например, кого-то другого, но ты не, из тебя не брызжет гнев. Если вы мотивируетесь человеческими качествами, да, вы же должны обезопасить просто других от плохого человека. Но если вы в этот момент его ненавидите, вы просто мстите. И это так низко, так некрасиво.